У многих артистов в последнее время появилась новая мода – плавать с дельфинами. И это неудивительно, ведь подобное времяпрепровождение прекрасно избавляет от стресса, которым присущи люди творческих профессий. Юлия Такшина, похоже, решила посоревноваться с коллегами и поплавала не с дельфинами, а с китами, белухами. Актриса прокатилась на спине морского гиганта. Компанию по заплыву с умнейшими морскими млекопитающими Юля составили ее сыновья, 8-летний Федор и 10-летний Иван от брака с Григорием Антипенко. К слову, преодолев серьезный кризис, Такшина и Антипенко научились общаться как партнеры, которые вместе воспитывают детей. Напряжение между нами прошло. Не то чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь. Да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Это уже степень какого-то родства, я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети будут счастливы, говорила Юлия.